Все началось с уборки в лесу. Сначала Виктория Степанова ходила на субботники в одиночку. Потом к ней присоединились единомышленники. Так 5 лет назад появилась экологическая некоммерческая организация «Зеленая волна». Теперь ее деятельность субботниками не ограничивается. Сбор вторсырья, мастер-классы, из него же экологическое просвещение и даже спортивные мероприятия проводят представители «Зеленой волны». Каждый год мы проводим крупные мероприятия. Летом мы проводили экологический забег именно как раз по сбору пластиковых бутылок, батареек, макулатуры. Для того, чтобы участвовать в этом забеге, пробежать вокруг 3-5 километров, ну кто-то у нас и километр бегал, необходимо было принести в какое-то вторсырье. В феврале представители НКО уже планируют новое мероприятие – экологический забег на лыжах. Идей много, им есть с кем их обсудить. Поддержка тоже гарантирована. Невероятно благодарна нашей администрации за то, что меня поддерживают. Вот если ко мне приходит какая-то сумасшедшая идея, я прихожу в администрацию и говорю: ребята, давайте сделаем. Они говорят: давай. Ну, соответственно, я предоставляю какие-то документы, видение свое. Меня всегда поддерживают, и это приятно. Мер поддержки некоммерческих организаций в Одинцовском округе немало. Их руководители могут получить грант или субсидию на реализацию своих проектов. Ежегодно из бюджета Одинцовского городского округа выделяются денежные средства на субсидии и гранты. Гранты – это конкурс для реализации проектов некоммерческих организаций. Субсидии – это просто поддержка деятельности некоммерческих организаций. Соответственно, субсидии выдаются по численности организации, гранты, просто есть сумма, которую, соответственно, на конкурсной основе можно получить. Встреча в неформальной обстановке для представителей НКО первая. Ее организовал профильный отдел администрации округа и волонтерский штаб при администрации. Последний был создан в 2020 году. За это время успел сделать немало: от выдачи продуктовых наборов нуждающимся до социального ремонта в домах ветеранов. Есть уже планы и на Новый год. Реализовать их удастся. Команда собралась слаженная. Это добровольцы, это студенты, это школьники. В основном это все-таки, наверное, люди, которые понимают ответственность в помощи другим людям. В повестке встречи сразу несколько важных вопросов. Новый формат представители организации поддержали. По их словам, за деловым завтраком общение будет максимально плодотворным. Любая встреча руководителей общественных организаций, она всегда дает свои плоды. Даже когда приходят новые люди, всегда происходит взаимодействие, какая-то коммуникация, знакомство, и потом происходят какие-то совместные мероприятия. Такие встречи станут постоянными, говорят организаторы. Кроме того, в конце февраля в Одинцовском округе пройдет фестиваль НКО. Он будет посвящен Международному дню некоммерческих организаций. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».